Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. И кто иногда заглядывает на мой канал, на канале Томата. Больше, чем любовь, Светлана. Живу я в Чувашии, на Средней Волге. И вот сегодня 11 апреля, первый день после того, как мы высадили томаты в теплицу. Уже обливаюсь потом, потому что очень жарко. До того, чтобы форточку открыть, мы заклеили вчера скотчем. Тут дверь вот начали открывать, надо было открыть, я тут не задохнусь. Дальше, если могу я показать, вот тут вот. Утром я вышла, но не очень рано, где-то после 6, и здесь уже показывал 25 градусов. Ну, а теперь уже тут, ох, я очки же хотела взять, здесь уже 32 градуса. Очень жарко. И поэтому уже с утра я здесь быстренько достала другой спанбон тонкий, который я буду уже защищать от солнца уже надо. Вчера сразу же у меня был вопрос такой, а вы притеняете ли от солнца? Естественно, притеняю. Это вот сторона-то северная, а вот эта часть, солнце вот жарит тут целый день. На этой вот, на южной стороне это не видно, тут не так жарко. А тут, конечно, будет припекать, если все открыть. Ну и пойдем потихонечку. Как у нас прошла эта работа? Конечно, очень устали. После обеда где-то, наверное, 3 часа, 15 часов мы вышли. Томаты уже у нас были разложены по лункам, в стаканчиках. Смотрим, они уже все завяли. Пришлось еще дополить лунку воды. И уже... Ну, а как принцип? Посеешь грязь, будешь князь, как говорится. Ну, теперь дверь будет мешать. Оператор, сходите, пожалуйста, и зацепите дверь. Мы тут не сможем снимать. А я потихонечку, вот как придет оператор, он тут уже ответит. А, ну, он решил закрыть лучше. Пусть Светлана Васильевна задохнется, так говорит. Дальше. Что, о чем, даже не о томатах. Часть томатов очень хорошо стоят, все они выправились, сразу они тронутся, естественно, в рост. Есть, конечно, пару томатиков, которые вот они у меня лежат, вот они. Но вчера уже так поздно было, нам уже надо было укрывать. Вот здесь очень много грунта, вот горка. Вот тут плоскорезом все аккуратно разложу, все аккуратно сложу. Если они опять все равно лягут, маленькие колышки поставим. И завяжем. А тут подвязать еще на тросы невозможно. Пока до конца апреля они, скорее всего, будут под укрытием. Но один до 20-го, до 25-го точно они еще будут так сидеть, я думаю, под укрытием. А, укрыли мы один, вот такие дуги поставили. И сверху еще у нас есть черный спанбон. Сверху накинули его, конечно, утром сразу убрала. И без этого, наверное, переночевала бы, потому что 5 градусов за бортом было. Тут еще остыть не успела. Обогреватель один включили. Ну, а ведь первый день, это как первый день на постоянном месте. Очень много было вопросов, какой температуры грунт. У меня нет термометра для почвы. Я всегда ориентируюсь на ладонь. Но кто-то говорит, надо посидеть, и я не сажусь, конечно. Я ладонью пробую. С утра мы полили, все приготовили. И вот это все еще лунки разогрелись, пока целый день тут жарило. И вот мы посадили. Вчера же я оговорилась, потом мне оператор говорит, сказала, говорит, 97 лунок. Естественно, не 97 лунок. 12 это 24 лунки, 36 лунок и еще... 13. Еще 13. И это будет? 49. 49 вместо 48. Ну, так получилось. Дальше. По два сажаю, сказала. Ну, вот, вот это, например, он один у меня взошел. Хотя был посеян. Так, конечно, у меня схема есть. Ну, теперь не в названии суть. Некоторые по одному сели. Вот тоже один сидит. Вот тут вот. То есть сказать, что все, вот тут вот сидит, это русский оранжевый, он еще вышел, где-то был, но посадили. Где-то два, где-то один. И сколько томатов, там уж, естественно, не будет, там, это так и будет. Посчитать. Посчитаем. Ну и так,
там плюс 2-3 туда-сюда, это ничего не значит, для на скорость не влияет. Главный уход за томатами. И вот они все ведь выпрямились, вот практически все томаты лежали, когда мы посадили. Вот внутри тоже можно показать все томаты. Вот у кого-то внутренняя часть, это как? У мужа внутренняя часть вот это, у меня внутренняя часть вон та, которая у стенки. Кто как понимает, у стенки у меня низкорослые томаты стоят. Вот здесь высокорослые томаты, вот для троса. Здесь тоже, давайте руками показываю внутренние вещи, внешние. Вот это тоже высокорослый, тоже трос. А внутренние, моя внутренние, будут подвязаны вот сюда. Они довольно-таки высокие. Вот это перекладина. Много лет у меня на перекладине, и название там на перекладинах написали. Прошлогодние мы стерли жидкостью от лака, все, чистая перекладина. Будем дальше писать. Вчера мы почти на 5 поработали, но 5 с минусом. Одна ошибка была. Вот тут у нас вот должен был быть алтайский розовый. И вот стаканчики еще лежат, уже в протоколе все поменяли. И вон там вот красные с розовым перепутали. Ну, опять-таки, ничего страшного. Они одинаковые томаты. Ну, один ранний, другой, конечно, средний. Ну, ничего страшного. И еще второй вопрос. Вы почему сказали, что вот 15 февраля я никак не могла сказать, что ролики свои посмотрели, пару роликов, может, это был прошлогодний. 15 марта я сеяла еще для открытого грунта. Может, где-то там сказала 15 февраля. Возможно. Но для теплиц, первые теплицы я не позднее первых числах. Календарь посмотрела свой, когда я буду сеять. Там 1-го, 6-го самые удачные дни для томатов. 1-го я посеяла, и у меня календарь есть. Вот, календарь посеяла. В январе я показала. И 1 февраля удачный день посева. И дальше. Удачный день. Это для меня, значит. Вот у меня тут внук помог. Дальше тут записи прерываются. То же самое для бабули. Он график сделал, что надо было делать. Ну и дальше вот теплица. И я посев когда обязательно. Вот это у меня теплица 3/8. 6 апреля. Дальше. 6 февраля. Ой, вот, видите, получается, вы сказали 6 апреля. Дальше. И в телефоне можно, скажем, информацию потерять. А вот я верю бумаге. Что написано пером, то не вырубишь топором. Я веду из года в год календари. Пусть ругают меня, кто-то говорит, на компьютере уже давно надо это. Но мы, возрастные люди, ведем вот так. 30 января посеяла, что ж посеяла. Редко, когда я что-либо сделала и не записала сюда. Вот 1 февраля посев. Перцы, томаты для теплицы номер 1. И теплица северная сторона, часть томатов, потому что там очень много томатов, 3/8. И несколько штук посеяла. И подумала, зря я посеяла. Они переросли. Другая рассада, ну, там немного, 7-8 штук, по-моему, только. Дальше я календарь показываю на каждом месте. Если я сказала, что я буду сеять тогда вот удачный период, и вот тут дальше. Для раннего урожая я не сею 15 февраля. Простите, если кто-то увидел. Дальше, как говорится, ну, вот перцы, когда сеял, перцы вот посеяла 11 февраля. Томаты я посеяла, конечно, вот тут вот 12 февраля. Такие какие-то мне показалось, что не очень хорошо зашли. Тут южный загар, индийское мясо. А сами первого потока очень хорошо зашли. Они еще стоят, теперь у меня думать надо, куда эти томаты девать. Теперь 18-19 февраля пикировка рассады от 1 февраля. Уже они подошли даже 17 начала. 24 февраля пикировка томатов от 6 февраля. То есть, и это я практически всегда ролик снимала, когда... Вчера я, конечно, сказала, что 10 февраля все взошли, у себя посмотрела.
написано 12 февраля. Вот пишу. На 12 февраля 100% томатов зашли. Но это вот так, чтобы для только записи, для снятия ролики я не пишу. Я это для себя пишу. Даже прошерстила свои записи за 21-22-23 год. И всегда говорила, я не задерживаюсь до марта для теплиц. Кто-то 1 марта сеет для теплицы, я не сею. Но это вот к тому, что, может быть, вот сегодня я сказал, посеял 6 апреля. Это же в ролике останется. Кто-то вот посмотрел, скажет, исправилась. Правда, иногда потом я как бы исправляюсь, пишу, простите, я там неправильно сказала. Потом календарь посевов на март 24. Опять себе пишу. Так, когда уже посеял? Для открытого грунта, по-моему, я 15 марта посеяла. Вот уже тут пикировка идет. Дальше. Ну, вот таким образом. Не углубляйся, говорит, записи, смотри на эту. Я-то тут все. Написала я, посеял. Вот 6 марта я одну партию для открытого грунта и 15 марта. Две партии у меня для открытого грунта. В открытом грунте, которые будут томаты стоять, они еще часть у меня еще и в комнате стоят. Не все вынесены, потихонечку будем выносить. Вот сегодня мы с оператором решили, может быть, те томаты, которые были посеяны с этими вместе, они уже выросли, их надо посадить. 3/8 теплицы, наверное, где они должны стоять, туда и посадим. Укрывной материал есть, все есть, чтобы не посадить. Оператор машет головой. Опять для меня работа. Копать катакомбы. Ну, для чего вы отпуск взяли? Чтобы вместе томаты посадить. Ну, это с юмором. Надеюсь, что все томаты будут. Теперь что для них? Теперь для них только уход. Вчера то, что не успела, конечно, доделаем, но опять жару, я не буду тут работать. Вот сколько тут грунта хорошего, плодородного грунта, который вот когда копали, они вот горкой. У меня, конечно, оператор лунки, он делает так, делает капитальные. Что? Ну, а правильно начинаешь сажать? Вот какие глубокие лунки были, и все равно. Но большая часть томатов, конечно, стоят, не лежат. Ну, лежачих вот тут. Лежачих полицейских. Несколько штук есть. Че машем головы? Работа. Колышки поставим небольшие. Пока до этого. Повторяешься. Простите, пожалуйста, меня. В общем, опять повторяю еще раз. Каждый сеет томаты по своим календарям. Не верьте никому. Только доверяйте себе, доверяйте своей ладошке, доверяйте своему носу, своему нюху. И я всегда доверяю практически только себе. Смотрю, я очень много роликов смотрю, когда делится. Хорошие тоже беру, записываю сюда в дневничок. Но большей частью 99,9 верю себе. Пока-пока.